Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Ну давай! Микробуря в Неваде скинула тонны воды за считанные минуты. Этот парень сделал игру-платформер, просто используя обстановку у себя в комнате. Уверен, вы уже видели видео, где лапша может починить практически все вокруг. Теперь начали чинить ямы на дорогах, используя ту же самую идею, только вместо лапши используют пластик. Оператор запечатлел невероятную красоту северного сияния. Великое мусорное пятно в Тихом океане имеет площадь примерно 1,6 миллиона квадратных километров и существует с 70-х годов. Эта симуляция показывает, как пятно менялось с течением лет. А хорошая новость в том, что пятно становится меньше. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поставите лайк под ним. А перевел и озвучил виски. Ага.